Ситуация с коронавирусом в Бурятии остается по-прежнему напряженной. За последние сутки в республике выявили 43 новых случая. 920 пациентов проходят лечение. На аппаратах ИВЛ 2 пациента. Общее количество заболевших COVID-19 перешагнуло отметку 2600 человек. Однако, несмотря на это, многие после снятия ограничений перестали соблюдать меры безопасности. Главный санитарный врач Бурятии призвал всех быть ответственнее и не забывать об опасности. К сожалению, многие сейчас пренебрегают правилами профилактики. И взрослые, и молодое поколение. Я в очередной раз прошу вас позаботиться о здоровье, о своем здоровье, о здоровье своих родных, близких. Смягчение режима ограничений совсем не означает, что пришло время расслабиться. Ношение масок, перчаток в общественных местах, гигиена рук, соблюдение дистанции – это главное правило профилактики.